Начинаем наш выпуск с новости о ДТП, которое произошло буквально несколько часов назад. В Усольском районе в результате столкновения большегруза и легкового автомобиля погибли 2 человека. По предварительной информации, водитель красной иномарки, в которой находилось 4 пассажира, выехал на полосу встречного движения для обгона. Но машина вернуться в свой ряд не успела и на полном ходу врезалась в грузовик. В эпицентре аварии оказались еще 3 человека. 2-летний мальчик серьезно не пострадал, а вот 14-летний подросток получил травмы и был госпитализирован. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.